И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World, все так же с модом Afterlife, все так же на сервере Savage. В общем, PvP, все дела. Ну, в общем, ссылка в описании. Ничего сложного нету. В общем, по понятным причинам домик мой выжил, то есть, так как здесь все-таки стоит защита на сервере и тяжело зарейдить в офлайне. Вот, ну, как практика показывает, можно, не знаю, исправлено это со временем или же нет, но в целом все равно есть такие моменты, когда можно. Выносливость. Вот, ну, это все фигня. Так, тебе качаем вес. Вот, собирать, так сказать, будем яйца и сразу же тебе скидывать. А, металл у меня переплавился, так что все просто замечательно. Как видите, его дофигища. Сейчас у меня осталось же что? У меня осталось подобывать цементную пасту. Цементную пасту добывать я буду как? Конечно же, да, бобровые плотины — это всегда хорошо, это всегда замечательно. Но не всегда не проканает. Поэтому я думаю, будем сначала пробовать убивать насекомых. И не только насекомых, а потом уже будем цементную пасту бабахать. Пробовать бомбить бобров на цементную пасту. Так. Погнали. Погнали, начнем с черепах. Почему бы и нет? Вот, видите, дамаг 109. И сейчас только черепаха начнет подходить. Вторая. Соответственно, сразу же дамаг будет уменьшаться. Но я ее пока что отгоняю. Так, повезло. Вторая не подошла, вот поэтому дамаг идет больше. Кстати, у меня такое ощущение, как будто альбиносы не все мощнее идут. Потому что не какие-то чаще всего попадаются более мощные. Так, бывает, добываем кератин. Так, допустим, здесь добыли 120. Ну-ка, давай попробуем с этой. Давайте киркой. А здесь 20. Вот, собственно, ответ на то, чем же лучше добывать, топором или киркой. Я уже не раз на это отвечал, даже снимал видос про это, но все равно бывают такие баталии. Так, 90-го, конечно, это переборчиком, а вот 20-й вполне неплохо. Я думаю, сначала у тебя завалим. Говно. Так, Дилка завалил. Дилка-завалилка. Ой, обезьяна это была, блин, ну ладно, я что-то разошелся чутка. Так. Надеюсь, они не помогают. А вот и компик. Чпонькс, отлично. Да ладно, я думал, кератин с них падает и благодаря этим панцирям на хребту. Блин. Окей. О, акулька. Акульки даже. Смотри-ка, они мою черепаху бьют. Вот сволочи. Так, ну-ка, трайк. 110-й, твою ж мать. Многовато. Полевлю-то. А вон, кажется, 3 акульки. Не, ну у вас в баню акульки. А черепаха того явно не стоит. Так, ну-ка, кстати, а кто там у нас? А, вот, Оверлорд! Вот, вот, помните, я говорил, там, типа, в прошлой серии это подходил ко мне. Вот он, Оверлорд, кстати, у него стоит там маяк. 50-й левел. Далековато. Я думаю, смогу что-то сделать. Или все-таки, когда я бил по той черепахе, несмотря на то, что было все-таки далеко. О! А вот насекомые ублюдочные. Так. Пошла жара. Да ладно! Вообще ничего не добывается. С черепах только смог давать по-нормальному. Так. Дилки сраные.
И пошла жара. Отлично. Так. Хитин. Еще немного. И еще чуть-чуть. Забагали, до сих пор продолжаю жужжать. Так, уже неплохо. Уже неплохо. Потихонечку, не торопясь, добываю нужные мне ресурсы. А именно хитин и кератин. А, слушайте, мне казалось, у меня больше. Можно было... А, ну хотя 120 и 20, да, все правильно. О, громко. Громко громыхнул гром. Достал, нет? О, достал, отлично. А, значит, тут альбонос все-таки цеплялся за черепаху. Хоть она и была далеко. Прикольно. Семейный узы нехило так дальность дает. Отлично. Вот тишочек. И все равно это больше, чем киркой. Как ни крути. Такс, ну конечно, лучше бы с саблезубиком. Ох, с саблезубиком-то вообще бы затащил. Ну, да и бог с ним. Так, погнали. Погнали, потихонечку погнали. Кстати, что я здесь могу улучшить-то? Здоровечко. Отлично. И урон. Это можно выкидывать. Сраные очки. Так, а вот это сюда переносим. Стоять. Альфа. Альфа Птер, 5-го левела. Ну, завалить я его точно не завалю, так что тут без вариантов. А поймать толку нету никакого в том плане, что я его буду ловить. Есть только болос накинуть и пытаться убить, но как вариант здоровечка у него там да фига. Кстати, спайглаз, интересно, тут есть спайглаз или нет? Ой, по привычке вниз ищу. Спай нету. Жаль, конечно, но и нефиг привыкать к этому читерному говну. Аж на две. Ну, погнали. Больше файтинга. Не знаю, может, эта серия получится не слишком большая. Пока что еще не знаю. Надо бы второго птерчика притомить. Второго птерчика, кстати, давайте притомим. Десятый. Вот, там 125-й есть. 105-й. 125-й. Слушайте, а у меня кто там? Интересно даже. Ну, я имею в виду, кто там по полу. А, это чайка долбная. О, черепаха заспавнилась. Погнали. Я сегодня, получается, записал выпуск. Ну, вы его, понятное дело, уже давно посмотрели. Я сегодня записал выпуск о том, как я делал превьюшку. Так, ты у меня мужской пол. Делал превьюшку. Вот. Ну и, собственно, рассказывал там. Понятное дело, не все посмотрели. Вот, рассказываю для вас. Рассказываю для тех, кто не видел это видео. В общем, написал мне сегодня в комментариях, чувак спрашивает, типа, а из какого мода этот бур? Я такой думаю, блин, бур. Смотрю видос по Майнкрафту. 20-й видос по Майнкрафту. То есть это в целом 20-е видео, получается, где-то по Майнкрафту. А, точнее, даже 20-е видео в целом у меня на канале. И я такой, да ладно. Это видео, как я посмотрел,
было снято 1 мая. Прикиньте, видео 1 мая снято 15-го года, сейчас 17-й год. Это просто год и месяц. Ой, 2 года и месяц, короче, прошли, а все еще этот видос смотрят. И в сравнении, допустим, там в 1,5 раза больше просмотров, нежели на стандартных тех моих видосах о Майнкрафту. Это просто кошмар. Я офигел, я смотрю 1800. Это, конечно, да. Это, конечно, прикольно, что люди смотрят мои видосы. И даже спустя 2 года. Это, конечно, прикольно. У меня про Royal Quest спрашивают иногда тоже. Ну, Royal Quest я не хочу снимать. Мне надоел. Скучно он слишком стал. Для меня. Так вот, в чем весь прикол-то? Заглянул я на этот же видос, на свой же видос. И такой смотрю. Ну вот эту автоматизацию, ну вот эту переплавку, по трубам как все перепрыгивает. Ты офигеть, 30-ка кератина, все равно больше, чем кирпой. И такой, твою мать, так захотелось поиграть в Майнкрафт. Вы не поверите. Просто до жути, как захотелось поиграть в Майнкрафт. Как бы это смешно не звучало, 125 левел, отлично. Это тот, что мне нужен. Кто мне нужен, точнее. Так. Ну, кормись. Так, стой. Только начал двигаться, сразу кормим. Только начинает двигаться, сразу кормим, чтоб далеко не убежал. Да, конечно, была бы баранинка, либо мясцо кайфовое, то вообще было бы кайф. Пошел ты в жопу, сраный паразавр, я ж тебя завалю, если что не так. Если что пойдет не так, под раздачу поешь, именно ты первый, ты понял меня? Вот так-то. Тупые свиньи. Утконос недоделанный. Козел парнокопытный. Бесит они меня в этом моде. Потому что они агрессоры. Так, все, погнали. Для чего я второго притомил? Я просто такой вспомнил. Блин, а если бы я, короче, типа полечу туда, и меня там собьют, убьют и так далее. А как я себя залутаю? Такой, ёптель-моптель. Ну, надо томить нового. Черепах же я пошел убивать, да? Ладно. Лазим, погнали пешочком. Так, думаю, будет быстрее. Вперед, вперед, мой птер, вперед! Погнали, погнали, давай. Да не обгоняй меня, ёшкина корёшкин тебя. Так, топорик-то у меня сломанный, но я думаю, надо будет его починить все-таки. Добыча хитин кератин топором. Ну, это если что, даже на вики написано. Вот, поэтому как бы нужно. Кто у меня там, Брантач, что ли, заспавнился? Ёптель-моптель. Там с кем-то мутузится? Нет, он сам такой красный. Так, тормози. Так. Что у нас тут? Ага, и... Лакну, наверное. Так, это все мне нужно будет так. Теперь чиним. А, слиток металла забыл. Ай, блин, че я собрался в руках-то его чинить? Господи, вот лошара. А, блин, я же хотел сначала седло... Блин, ладно. А забылся. Так, вот это хватаем. И вот это хватаем. И... А, волокно-то что не взялось. Отлично. Так. Ну, во! Пролагал просто. Не люблю я пролаги. Думаю, что забагалось все, а оказалось просто пролаг маленький. И все было безобидно. Так, ну, во-первых, DC надо тебя переименовать. Понятное дело. Так. Изменить имя. Принять. А, ну все равно мужика притомил. Что-то я хотел это разного пола притомить, но в итоге притомил также мужика. Это ж не мой трек там бегает. Нет, не мой, там трек 10 левела. А, скала. Отлично. Очкую. Очкую, чутка очкую. Я уже как не раз говорил. Я чутка очкую. А ты говно! Вот сраное говно, ей-богу. Ну наконец-то, ёпта, вышь налево. Думал, ты тупая сволочь.
никогда так не встанешь как надо. Так. Погнали валить уже черепах. Эй! По рублю! Так, вон мой трайк тусуется. Все пучком. Все нормально. Жив целый орел. Такс. Что я тут могу качнуть себе? Еду. Как я уже говорил, еда, вода до 200 сейчас. Так, паразава. Где черепухи? Здесь были черепухи. Они что, уплыли что ли? Скоты! Чухнули, чтобы валить пора, что ли? Что ли? Что ли? Айки. Вот иди отсюда. Вот что ли? Реально чухнули, чтобы пора валить и свалили. Блин, ну ладно. Ну да и бог с ними. Такс. Погнали. Тихонечку, полигонечку. О чем можно еще поговорить? Даже не знаю. Скоро будет уже. О, все, устал, бедлага. Скоро уже будет выходить. Первое видео. Я думаю, в следующем выпуске я еще не буду читать ваши комментарии. А вот через выпуск, я думаю, я уже буду знать, что вы написали под первым видосом и так далее. Хотя уже в следующей серии я буду знать некоторые комменты, то есть на следующий день, а именно завтра. Я уже буду знать некоторые комменты, которые вы писали под видосом про превьюшку, потому что я там некоторые вопросы обсуждал, задал вопросы. Если вы на них что-то писали, то, как вариант, я уже и в следующем видосе на них отвечу. Вот такие его дела. Побежал. Блин, я устал. А, вон, черепухи вижу. И черепухи на горизонте. А, вон. Тех не нашел, так этих увидел. Отлично. Так, ты у меня умощненный. Давай урон тебе вкачаем. Что прям конкретно глушил? Так, оберуктор. Ай, блинский. Все, погнали. Во, уже 193. Здорово. А, это компик был. А вот это карбонёс. Так. Еще немного кератина. Так, ну все, теперь уже точно надо в дом бежать. Темень полная наступает. Как видите, полнолуния нету, поэтому темновато. Когда на стадии луны есть хоть какая-то, то хоть как-то хоть что-то. Сейчас же полная темень. Не, конечно, хорошо, что у меня все-таки каменный дом. Он уже продержится. Вот сколько-нибудь. Это здорово. Так, разворот. Отлично. А, забираем дерево. Хитин, кератин. Так, солома. Ну и все, остальное все здесь пускай будет. Нафиг оно мне нужно. А, пускай лежит в импровизированном холодильнике. Так. Да, с хавкой-то реально проблем нету. Яйца несет, так несет.
Так, стоять. Я тут забыл кое-что. Ну-ка. Тируха. Вот так вот сделаем. Здоровье тоже нужно увеличивать. А пока ФКшет, он еще и сможет захиляться. Так, что дальше? Что дальше? Мне нужно сделать ступку. Для этого мне нужен камень. Ступка, 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 ступка. Чу, я их чу могу так, что ли? А, ну да, понятно. А, вот. Это я все изучал. Ну и понятно, делаем вот это вот, из S+. Код, все дела. Без лишних заморочек. А точнее, наоборот, с лишними заморочками, чтобы было без лишних заморочек. Так, вот это и камень. Создать. И да, смертная паста. Кстати, да, я же могу сделать вот так вот. И мне так будет легче искать. Ту самую цементную пасту. Ладно. О, 13 левел. Во, теперь изучено, все нормально. А, и сколько я могу создать ее? Алёша. 17. Не густо, не густо. А все из-за того, что у меня с камешком чита кирдык. Погнали, подбываем камешек. Ну, кстати, вот более светлее стало. Вот видите, луна хоть какая-то появилась, и сразу же стало немножко светлее. Хотя бы хоть чуть-чуть довижу. Так, камешек. Камешек — это хорошо. Сейчас настанет день. И полетим к бобрам. Я думаю, там сразу же будет оправдано. За один полет, я думаю, оправдаю все затраты по цементной пасте. Такс. 50 левел. Так, перевес еще есть. Точнее, вес-перевес. Ну да, только на берегу. Погнали на берег, господи, страны. Да, твою мать, я испугался. Я подумал, что это дилка. Реально подумал, что это дилка. Все, последний камешек. И рванем, рванем, просто рванем до дома. Так, немножко передышки. Ну, дилка, трайк. Берутся, пускай. Трайк победит, я в него верю. Или в нее. А ну тебя в баню. Пильная гадость. Так, там ничего. О, яйки на улице валяются. Вот это борзевшее создание. Яйки на улицу скидывают. Ах ты ж! Недобросовестная мать. Бесполая к тому же. Кстати, я не пойму, как так люди играют. Мне так это прям по жути неудобно. Так, что-то у меня. Ну, давай сделаем так. Ты ж у меня левелапнулся. Да уж, левел я там буду набивать очень долго. Вот это я понимаю, 120. Вот это уже то, что мне нужно. Сравнительно. Так, это сразу можем туда, а это сюда. Отлично. Так. Термошкаф.
Термошкаф разблокировали. Давайте состряпаем его. Это надо это, я думаю, вот это, возможно, еще вот это, и... Не кожа, а камень. Ну, ладно. Кстати, да, я же камень-то весь изнахратил. Так. Отлично. Вот и термик шкаф. Блин, мышка за экран ушла, думаю, что за фигня, почему не ставишься? Так. Я могу что-то ближе ставить его. Угу. Не сильно-то уж я могу ближе его ставить. И вот так вот. Отлично, и пространство есть, и занимает место мало. Так, дальше мне туда нужно закидывать селитру. А черт побери, мне опять камень нужен. А, у меня закончилась цементная паста. Ой, ну в смысле хитин кератин закончились. Поэтому я только так мало пасты могу сделать. Камень-то оставался. Вот так даже сделаем. Отлично. Просто великолепно. Так, что дальше? Что дальше? Паста будет создаваться долго еще. Что я еще могу сделать? Из нужного. Из нужного, из нужного. Так сказать, что я еще могу изучить? Пускай будет. Ладно, пофигу. Так, что дальше? Компас, котелок. Так. Деревянная дубина, болос. Не знаю, дубина на PvP очень штука нужная, но здесь вроде как нет таких сильных агрессоров. Да и здесь немножко другие реалии, нежели на официалках. Допустим. Есть немножко другое комьюнити. И не только. Так, порох. Ну, почему бы и не изучить? Давай сигнальный пистолет изучим. Мало ли пригодится. Так, могильная плита, деревянный плод пока что не нужны. Ага. Батч тоже босс. Бокс. Нужно будет его поставить. Так. Шкаф, удочка, кормушка. Вот, кстати, кормушка тоже штука-то хорошая и нужная. О. Шкаф. О. Вот это вот тоже пригодится. Книжный шкаф. Ну, в целом, все такое себе. Так, шкаф. Шкаф. Можно еще это. Так. Ларч, а здесь мне нужен металл. И делаем из S+ сразу же. Так. Сразу же сделаем вот так вот. Отлично, еще могут там сдвинуть. Во! Прям идеально воткнулся. А, так, сколько слотов у тебя? Ладно, 90, в два раза больше, реально большой. Нужно. Мне нужно кормуха. Я
Ну, алло, выходи. Так, что у меня тут с перегрузом? Йо, просто у меня с перегрузом по-жесткому. Скинуть вот это, вот это и вот. Левел апнулся. Ставим шкаф. Все-таки я думаю, лучше здесь, где его место предназначено было изначально. Что сюда? И все, скидываем. Отлично. Теперь. Ага, пин-код задать не могу, но здесь есть. То есть он автоматически заперт уже. Так, ну кормуху я сюда ставить не буду, а поставлю ее вот здесь. Так, отлично. Допустим, 4.37. Ага. Ага, 4. 18, ну уже более или менее. Так-с, что дальше? Термошкаф. Так. Так вот он. Остальное вот так вот. Чё-то короче. И не туда, и не сюда. Ну ладно, пока что этого хватит, потом камешка добуду. Вот, здесь уже получше хранится все это. Да ладно, пить захотел. Вот бедолага. Так, все скинул. Все скинул лишнее. А на дворе ночь. И ничего не видно. Я бегу к водоему. И никто не напал большой и сильный. Так, погнали. Ну, кстати, да, на улицу вышел, сразу попил. Попил водички нормально. Капелек наглотался. Типа капелек наглотался. Так, что дальше? Что дальше? Что дальше? Что дальше? Что дальше? Так, это стоит, это работает, все замечательно. Пойдемте камень добудем. Че я? Че я забежал-то, блин, вообще? Мне ж камень добывать нужно. Чутка забыл. Ну, а тем временем уже светает. То есть сейчас добудем камень. Поставим на создание нужных ресурсов. И уже полетим, как раз расцветает, и полетим за цементной пастой. Вот сраное говно, сюда иди. Чё спёрло? Вот чисто из принципа завалю, потому что там камень. Я думаю, там камень. А, чёрт побери. Вот видите, бег хороший, дамаг хороший, всё. Ни одна тварь не сможет убежать с вашим лутом. А, ну, из принципа, короче, убивал. Хотя кожу давай добудем. Пригодится твоя говняная кожа. Так. Все, погнали дальше добывать. Я еще пока что не знаю, нравятся вам длинные серии или нет. Что там по просмотрам и так далее. А, комбик. Вот, поэтому как бы пока что снимаю так, как снимаю. Ну, а дальше будет видно. Ну, в целом, я думаю, весь сезон я буду именно в таком формате снимать. И смотреть, нравится или нет. Ну, а там уже буду как-то стараться улучшить, обрезать и так далее. Так, отлично. Так, все там. Опаньки, и сразу же забежал. Да, автоматических дверей мне явно будет не хватать.
Так, мы заберем. Ну, это тоже заберем. Все-таки же тухляшка. Угу. Так, ну все, пока что просто замечательно. Блин, камень забыл. Думаю, этого камня будет мне точно уже предостаточно. Так, так вот там. И вот так вот. Замечательно. Так, теперь скидываем все. Парашют оставляем. И погнали на тебя. А тебе выносливость немножечко. Так, хотя, давай-ка хавки глянем. Да, хавки тоже можно набрать. Но раз уж она тут валяется, то почему бы и не набрать? Ну что, погнали? Погнали на рассвете. Сколько? У-у-у, 6 утра. Замечательно. Я помню, когда я маленький был, мы на рыбалку. Ох, фак. Я забыл, что у тебя выносливости очень мало. Я вот сейчас я спрыгивать не буду, посмотрим, скинет, не скинет меня. Мы на рыбалку в 5 утра выходили. О, господи, это было что-то с чем-то. Не, нормально, высота еще небольшая была. На рыбалку в 5 утра, ё-моё, спать бы и спать. Так нет же, мы погнали на рыбалку. Мы не раз ходили на рыбалку, это было по утру. Господи, было прикольно. Выйдешь. Благо мы все были с одного подъезда, то есть с этим заморочек было меньше. Выйдешь так себе и потихонечку, не торопясь. Так, ну давайте пассивочку его поставлю. Вот, и к 6 приходишь уже туда, где рыбалка, то есть рыбачили непосредственно. Вот, кстати, угорь, видите, да? Электрик угол, угорь. Собственно, непосредственно с него вся эволюция альфа-чей начинается. То есть томишь его, а потом уже эволюционируешь его в других. Вот. Найти их, как видите, сравнительно легко. Они, кстати, любят к берегу близко подплывать. По сравнению с обычными угрями, они любят к берегу плыть. То есть около берега оставаться, чтобы было легче найти. И, кстати, я думал, я буду куда-то намного дольше искать их, где они, что они и так далее. Но, как видите, не слишком сложно их найти. Кто бы вам что ни говорил. Вот, было бы желание. Да что ты за мной-то летаешь, ты в натуре? Маньяк. Преследует меня этот альфа. Ярчик. Эх, обосрался металлогом. Так. Мясцо есть. У меня тоже еда есть. Погнали. Надеюсь, здесь всяких летунов типа виверна нету. И типа дракона. И все в таком духе. Чтобы я сразу же не сдох. Чем меньше всякого говна, тем дольше выживаешь. А вот этот звук мне вообще конкретно прям не нравится. Ёп твою ж налево. Да реально... Мне реально этот звук не нравится. Рекс, ты ли это? Вам очково? А вот мне сильно. О, Альфхард! Отлично. О, да ладно, Доминус Бродмаза. Отлично. Это был явно не Рекс. Но зато Альфа сердце выбилось. Автоматически. Да. Я думаю, здесь тоже будет канать такая фигня, по болоту полетал и набил Альфа сердец. Ой, точно, точно, чё ж, господи, я рядом с вами-то летаю, я ж тут догребусь-то, я сдохну.
Забываю, все еще не могу привыкнуть к тому, что у меня со здоровьечком все плохо. Да, что-то я не могу найти этот сраный это. Ладно, погнали на другое. Может, там хоть поспокойнее будет. Здесь-то всегда там месиво какое-то творится. Здесь должно быть поспокойнее. Не факт, конечно, но все равно. Я на это рассчитываю. Так, а пока... Опаньки. Приземлились, говорю. Приземлились? Гася. Хотя приземлялся-то в нужном месте. Так, ну вот, хотел сделать серию поменьше, а получается, как всегда. Ну, надеюсь, вам такой формат нравится и вам интересно смотреть его. Ну, опять-таки же, как я уже сказал, посмотрим комментарии, посмотрим просмотры. Отдача, так сказать, от вас какая будет. То есть, будете ли вы полностью серии просматривать или же не будете. Кстати, это я вижу одно то, что... Гиена сраная! Господи, я сначала думаю, что за собака? Конь? Кто это? И тут уже, пока направляюсь, я такой вспоминаю. Твою мать, вели же гиен сраных. И вот она, вот они уже. Тут уже тусуются овцы. И они, кстати, у них эффект такой же, как у аллозавров. Есть вожак. Видели, да, у него такой эффект свечения был. И двое подхалимов, назовем так. Телохранителей. Вот, и... Собственно, да, не очень. Первое мое впечатление о них — твари. Раптор, да твою ж мать. Чего им всем не спится? Нигде. Здесь надо, блин, лазить. И я не могу эти странные болота найти, долбанное говно. Что-то вообще заблудился в трех соснах. Вот это я, короче, попал, да, я смотрю? Не. Нормально должно быть. Хотя, чё он там такой подбитый весь бегал? Ага. Дерутся. Ага, раптор, понятно. Нормально. Жить буду. Черепуха. Эй, господи, вот дурдом. Самое главное, эта карта... Ой, господи, у меня карта вообще не открыта. На эту карту тоже бесполезно смотреть, так что... Да, такое себе это все дело. Так, все вот нужно было вниз спуститься. Терезинозавр. Слушайте, я же правильно прочитал? Терезинозавр, блин. Терезинозавр. Ну да, терезинозавр. Я и запомнил. Резинозавр, блин, тебя. С прибавкой тере. Так, бобер, слушай, вот я бы не хотел, чтобы ты тут у меня тусовался. Неподалеку от меня. Если в честно. Так, там и вираптор. Да? Ласты бы мне не повредили. Ох, не повредили бы ласты мне. Все, валим, 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 быстрей, быстрей, быстрей. Ща начнут валить меня. Опаньки! Пошла жара. Не ожидала такого эффекта. Нифига себе. Вот это мне дали пенделя. Подсранделя. Валим отсюда. Ёк-макарёк, нифига себе, меня чуть не завалили. Вот тебе и 200 хп. Но опять-таки же сказал, вот он, цементная паста 143. И повезло, что у него просто веса хватило у моего птерчика, чтобы утащить меня вместе с деревяшками. Кошмар. Кошмар. Я офигел, если честно. Я конкретно прям очканул. Просто до жути как очканул. Просто бум-бум. И я уже лечу. Но, кстати, мне повезло то, что я полетел. Если бы я не полетел, было бы еще хуже. В том плане, что я тогда бы это огребся. Меня просто бы завалили. Вот, именно на этот случай у меня и был план Б.
А именно второй птерчик. Так. Ну что, испытаем еще раз судьбу. Судьбу, судьбинушку. Благо, я отхилялся уже полностью. Все, пучком. Да пошли вы в жопу! Мелкие отродья. Под названием Традоны. Ненавижу вас. Такс. Так, там бобер. Видите, еще что меня напрягает? Когда он из воды выпрыгивает, точнее, вылазит из воды, он выпрыгивает. Он прыгает, дебил. И меня это честно бесит. Я, собственно, сейчас именно только из-за этого огрёмся по-жесткому. Ёб твою ж мать, беги! Есть! Фу! Ну ладно, раз я могу и дерево утащить, так что и дерево потащим. Фу! 4 сотки. 4 сотки цементной пасты, и этого мне будет пока что предостаточно. На первое время хватит. Все, вырываемся отсюда и вперед! Как говорится, на взлет и вперед! Все просто здорово. Сейчас самое главное долететь. Чтоб никакого ПВП не совершилось во время ни ПВП, ни ПВЕ не совершилось по пути. Ну, компики такое, конечно, говно себе. Вообще пофигу на вас, я вот сейчас лечу вот так. Опаньки! Отлично. Ну давай. Восстанавливаю свою выносливость. Но было очково. Было просто до жути очково. Так, все, погнали. Летим. Фу. Было неожиданно. Было страшно. А самое главное, было очень продуктивно. Я залутал, нехило ресурсов, цементной пасты дофига, плюс немножко дерева, жемчуг, ягодки, травки, ой, грибочки, лепесточки, блин, эти цветочки, ягодки, травки, блин, господи, чё несу. В том плане, что, допустим, 10 цветочков, о, 5 цветочков, блин, какая раскраска, я душу вот еще, блин, офигел, блин, крутая раскраска. О, блин, прикольно. 5 цветочков это один бутыль хилки. Так что все здорово. Эй, алло! Не борзей. Так. Отлично. А вот мясо тебе обратно. И выносливость надо качнуть. Что-то фигово так с ней. Вот так вот. Так, у тебя... Давай тоже все в выносливость тебе качнем. Не повредит. Такс. У тебя... Ничего. Угу, все отлично. Кстати, мясцо. Давай-ка я мясцо-то у вас забираю. В том плане, что там оно будет портиться меньше. Я надеюсь. Допустим, 34. Угу. Ну да. 34. Так, 4. А так, 4. Да, одинаково. Ну да ладно. Так он хотя бы хранится более или менее адекватно. Так, только вот сделаем вот так вот и вот так вот. Все отлично, все здорово. Так, вот это вот я заберу. Ну что, здорово. Охота за цементной пастой удалась.
Я бы вам так сказал, потому что все просто замечательно. Дофига цементной пасты. И не только сделал, но еще и налутал. Так. Я считаю эту серию очень даже продуктивной, так как я сделал сравнительно очень и очень и очень много. Ну а вы свое мнение, конечно же, можете уже писать в комментариях под этим видео. Нравится, не нравится, что стоит изменить, что и так вполне неплохо. Ну а на этом сегодня уже точно все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. Все на этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.